Шан Натали, крупнейший национальный деятель, член специальной комиссии по ликвидации главных виновников геноцида армян, один из организаторов операции «Немезис». Немезида, богиня справедливой кары, стала его музой осенью 1919 года, когда 9-й съезд партии Дашнак-Цюцюн принял решение привести в исполнение смертный приговор, вынесенный международным трибуналом в отношении главарей младотурецкого правительства. Съезд рассмотрел 65 имен исполнителей и пособников геноцида и остановил свой выбор на 41 главном виновнике. Оперативное руководство карательной операции было поручено Шану Натали и Григору Мержанову. Позже армянский народ назовет Шана Натали богом возмездия. Жертвами Немезис станут бывший министр внутренних дел Тайлат Паша, март 1921-го, председатель первого кабинета министров младотурецкого правительства Саид Халими, декабрь 1921-го, губернатор Трапезунда Джемал Азми, апрель 1922-го, бывший министр военно-морских сил Джемал Паша, июль 1922-го и многие другие. Шан Натали умел высчитывать мельчайшие детали. В ходе операции не пострадал ни один случайный человек.